А прежде чем начать это видео, у меня будет к вам небольшая просьба. Поставьте этому видео лайк, напишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. Для вас это не составит труда, а для меня это будет мотивацией делать хороший контент дальше. Спасибо. Вы поняли, кто забрал очки? У тебя скоро бой с Марифом. Ребят! Тяжелый бой для меня. По ММА, правильно понимаю? Да. Я тоже на тебя не ставлю. Шанс есть всегда. А мне нравится, когда, знаешь, мне нечего терять. Знаешь, когда на тебя мало кто ставит, сложнее тому фавориту сложнее. Сюда встань. Больше. Мне терять нечего. Я сказал, что я буду делать кружок колено. Это самое главное. В любом случае, что тебе, что Марифу без травм, к тебе хорошо отношусь, к Марифу хорошо отношусь. Ну, нормально, мы кайфанем от боя, нам да. Поделемся удовольствием. Для зрителей, для себя, скажем так. Да. И тогда ладно, сейчас зелим бой. Да, я не знаю, вообще с кем он дерется. Я честно сам не знаю, просто он нас темная отмечали. Лошадка, да, вот это вот я боюсь на самом деле, темная ну, лошадка. Вот, знаешь, я бы на месте Зимхана бы не соглашался на такие бои, потому что, в принципе, на нем хайпанут, а он, ну, может быть, да. Никакого плюса он не получит. Просто, знаешь, очень много, в Инстаграме много.